Дмитрий Анатольевич, я приветствую вас в Беларуси и благодарен за то, что вы приехали к нам на открытие важного события, и не только, но и, как договаривались мы с президентом России, что вы посмотрите на ту работу нашей совместной группы, которая работает над проблемными вопросами наших взаимоотношений, и дадите свое резюме перед тем, как мы встретимся с Владимиром Владимировичем. Он планировал приехать на закрытие, и мы встретимся и поговорим на эту тему и разные другие темы. И уже когда у нас будет форум регионов на родине у вас, мы с ним поедем на Валаам молиться. И там дополнительно обсудим то, что... Это не лишнее. Это не лишнее, да. Вот такой примерно был план, но это наметки только. Там все зависит от того, как будут складываться графики президента, прежде всего президента России, потому что у него и двадцатка там, по-моему, да, в эти времена. Вот, поэтому очень важно это мероприятие, ваш приезд с точки зрения открытия, но главное это белорусско-российские отношения, и я с удовольствием готов с вами обсудить некоторые вопросы, которые вы сочтете нужным для обсуждения именно сейчас.